Вениамин, наверное, сейчас не самый лучший сезон у тебя получился, да? Как сам считаешь, почему так вот сложилось у тебя? Да, я с вами соглашусь, конечно, сезон это для меня, наверное, самый худший в моей карьере, который был. Но, на мой взгляд, спортивная жизнь, она состоит из взлетов, падений. Сейчас как раз идет не взлет у меня, а падение, поэтому, я думаю, надо перетерпеть просто это и идти дальше, и все. Мотивация добавляет это как-то побольше или, наоборот, как-то заставляет задуматься, может быть, уже что-то как-то? Ну, я скажу, что, конечно, я не самый молодой спортсмен, мне в этом году будет 30 лет. Но я чувствую в себе силы, надо просто разобраться, именно какие ошибки допускаю я, из-за чего происходит. Из-за чего сложился так сезон, и с учетом их, наверное, в новый олимпийский цикл в следующем году входить. Перед началом сезона, да, понятно было, что уже, в принципе, ушел во всю отбор на Олимпиаду. Как оценивал свои шансы на попадание вот в эти два места? Ну, естественно, я хотел туда добраться. Но, тем не менее, у нас такая достаточно жесткая конкуренция. Практически все ребята, которые... Четыре человека конкурировали, мы все находились в топ-16, поэтому... Я уступил не самым слабым соперникам, поэтому я... Не могу сказать, что я не переживаю по этому поводу, но, тем не менее, я рад, что у меня были такие соперники. Непопадание в команду, вот сейчас на чемпионат мира, это для тебя как такая небольшая передышка, да, чтобы перевести дух и как-то сконцентрироваться на своих собственных выступлениях? Или, наоборот, какая-то дополнительная мотивация, немножко обидно, может? Ну, честно говоря, я не могу сказать, что я был на 100% готов ехать на чемпионат мира, поэтому иногда лучше пропустить битву, чтобы сохранить силы, найти себя, так сказать. Может быть, какой-то творческий сейчас кризис такой небольшой, поэтому я не переживаю по этому поводу. Перед началом нового сезона есть уже какие-нибудь планы, как себя подготовить, как себя перезагрузить, перезапустить? Ну, мне помогает горы, поэтому я пойду в горы, пойду в алтайские. Спасибо большое, удачи тебе.